Зрители Первого канала, мы в Баку. Говорит и показывает международный музыкальный фестиваль «Жара». Вау! Добрый вечер, друзья! Привет, Каспий! В Баку снова становится жарко. А в этом году будет в два раза жарче. Звезды будут сиять в два раза ярче. И главное событие этого лета будет в два раза дольше. Андрей Малахов. Яна Чурикова. И... Международный музыкальный фестиваль «Жара-2017» уже в Баку. Ну что, поехали? Побежали! Добрый вечер, Баку! Ты с моим сердцем сразу же на «ты». Твои объятия топят мои льды. С тобой я таю от любви. С тобой я таю. Ты не боялся быть со мной собой. И ты хотел лишь быть со мной. Я с твоим сердцем сразу же на «ты». И мы с тобой, как дети влюблены. И замирает мир вокруг. Все замирает. Я не боюсь с тобой сгореть дотла. Ты горячее солнца и огня. Закат до в ночь улетаем. Давай сбежим туда, где солнце греет старый город. И смоют волны Каспия твои следы, что оставишь ты, танцуя на берегу. Давай сбежим с тобой на лето в Баку. Добрый вечер, друзья! Вас ждет потрясающие 4 дня фестиваля. Приехало более 800 человек со всего мира. Поэтому я надеюсь, мы их встретим гостеприимно, тепло, а может быть даже и жарко. А сейчас на эту сцену я хочу пригласить своего очень близкого друга. Человека, без которого этот фестиваль был бы невозможен. Артиста номер один, друзья, встречайте, Григорий Лепс! Добрый вечер, Баку! Are you ready?
кричи стакана на стол, прочью посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Гюзельгиз, знаешь, что такое? Спасибо, мне очень приятно, что ты считаешь меня красивой девушкой. Красивая девушка, Гюзельгиз, выучите это выражение, оно пригодится здесь на музыкальном фестивале. Вот Андрей выучил, и вы знаете, как оно ему тут пригодилось, ого-го. Но с другой стороны, это еще и объявление нашей следующей артистки, потому что это действительно про нее, она очень красивая девушка и замечательная. Она очень Гюзельгиз, друзья. Very Гюзель и очень Гиз. Правильно. Встречаем Вера Брежнева! Если выбрать тему, все, о чем сказать мы хотели, стать единым целым, не делясь на черных и белых, и в толпе прохожих взять бы и обнять человека. Мы ведь все похожи, для любви не видим запрета. Все мы по сути, как ни крути, близкие люди, близкие люди. Мы все мы по сути, как ни крути, близкие люди, близкие люди. Я и ты, близкие люди, близкие люди мы.
проблемы на части, но лишь одно объятие нам дарит необъятное счастье. Все мы по сути, как ни крути, близкие люди, близкие люди. Мы все мы по сути, как ни крути, близкие люди, близкие люди. Я и все мы по сути, как ни крути, близкие люди, близкие люди. Мы все мы по сути, как ни крути, близкие люди, близкие люди. Я и ты. Все мы близкие люди. Естественно, жарко. Всем привет! Скажите честно, вам жарко? Я желаю, чтобы дальше было еще жарче. Хорошего вечера вам! Люблю вас! Добрый вечер, Баку! Знаете, мой творческий путь начался, когда однажды я попал на прослушивание к выдающемуся великому музыканту Муслиму Магомаеву. Мне было 16 лет. Послушав меня, он сказал: «Сынок, иди и пой». А я ему говорю: «Что петь?» Он говорит: «Все». И я подумал, что как-то надо отметить это событие в моей такой творческой деятельности. Поэтому сейчас прозвучит один дуэт, который я пою со своей подопечной, молодой певицей, которая произвела на меня колоссальное впечатление своим голосом. Николай Басков и Алина Август. «Ждать тебя». Сколько раз бежал по небу, натыкаясь вновь на стену, сколько раскрывая чувства, от любви бежал искусно. В мои сны врывался снова, голос твой казался мне знакомым. Я за тобой шла безропотно, за тобой. Сказал, что время лечит. Кто тебе сказал? Я не перестану ждать тебя и дышать с тобой, дышать так бесконечно. Я не перестану ждать тебя, ждать так долго, буду вечно. Нам расправить крылья и летать, дышать с тобой, не замечая встречных. Я не перестану ждать тебя, ждать так долго, буду вечно. Ждать тебя, ждать тебя. Сколько раз я шел по небу, возвращался в неизвестность, и не знал я, что все ночи нас с тобой связали прочно. Я ждала ответ вселенной, так боясь попасть в объятия плена. Я за тобой шла отчаянно, за тобой. Кто сказал, что время лечит? Любите и будьте счастливы! Баку! Поддержите нас руками, весь зал! Право-лево! Я не перестану ждать тебя и дышать с тобой, дышать так бесконечно. Я не перестану ждать тебя,
ждать так долго. Буду вечно, но расправить крылья и летать, и дышать с тобой, не замечая встречных. Я не перестану ждать тебя, ждать так долго. Буду вечно ждать тебя, ждать так долго. Буду вечно ждать тебя, ждать так долго. Буду вечно. Спасибо огромное. Ваш аплодисмент отдельно. Алина Август! Спасибо. Эта артистка с 4 лет мечтала оказаться на сцене и петь. Ну что ж, все закономерно. Теперь миллионы ее поклонников мечтают увидеть ее на сцене. Встречайте, Аня Лорак! Твое уже не билось так с моим сердцем в такт. Дай же мне знак, что происходит. Молчание твое с ума сводит меня. Я не хочу тебя терять. Ты еще любишь или нет? Если в конце, в конце туннеля свет. Ты еще любишь. Все глубже раны в душу сквозной. Я не устану, знай, сколько мне стреляй. Где же твой взгляд? Сильней молитвы выпила я. Скорей спаси ты нас. Прошу, не дай же мне упасть. Еще любишь, просто ответ, чтобы знала я, сгоратели Следующий артист собирался рассмешить весь мир. А вместо этого так легко очаровал всю прекрасную, слабую, окей, половину человечества. Девушки, дамы, женщины, приготовьтесь. Это просто... Этот человек-бомба. Это просто челентана, девочки. Артур Пирожков! Я грубиян, богом, сексистый хам. Пока ты злилась, в меня влюбилась. Отель Корона, все очень ровно. Ты мною крутишь, поем все, как Арнелла Мути. И я сейчас смешной, небритый и пьяный.
всех экранах. Целовать хочу тебя постоянно, спускаться плавно. Воу-воу, воу-воу, смешной и пьяный. Воу-воу, воу-воу, качели Тана. Баку, больше я не твои мечтания, не любовь, боль расстояния. Больше ты не моя подруга. Ха-ха, мне пора, дует ветер с юга. Сент-Тропе, убегаю, убегаю все. Портофино, чужой мужчина. Я сейчас смешной, небритый и пьяный. На всех экранах целовать хочу тебя постоянно, спускаться плавно. Воу-воу, воу-воу, смешной и пьяный. Воу-воу, воу-воу, качели Тана. Хочу, чтобы вы все пели, друзья, все пели и танцевали. Смотрите на меня, очень простые движения, очень. Слова еще проще. Оу-во, оу-во. Приготовились, все ручки подняли, руки. Баку! И... Я сейчас смешной, небритый, пьяный. На всех экранах. Хочу тебя постоянно, спускаться плавно. Вау-вау, вау-вау, смешной и пьяный. Вау-вау, вау-вау, качели Тана. Древнее значение слова «Баку» — это город Бога. И сегодня он превратился в настоящий звездный Олимп. На этом звездном Олимпе обитают прекрасные, достойные, волшебные богини. Встречайте, друзья, народная артистка России Валерия! Кому же я с ним нужна, и я тебе.
гостеприимный Баку, фантастический! Спасибо вам большое за то, что вы такие, я вас очень люблю, спасибо! Ну что ж, этого события действительно ждали очень-очень много лет, как только появилась эта условная конкуренция двух принцев. Все ждали, когда же это случится, и они споют вместе. Ну что ж, они это сделали. Встречай Баку, встречай жара. Сергей Лазарев и Дима Билан! Вдох вдоль потока слов может промолчать, хотя нет, ничего смелей этих синих глаз в меня. Ты меня не простишь, и я не прощу. В секунды не стало нас. Сквозь толщу воды я тихо ко дну. В пустоту, в тишину, и нет сомнений. Прости, моя любовь, кусая губы в кровь, я сделал все, что можно, все, что нельзя. Прости, любовь моя, все дальше полюса, весь мир на части и уносит вода. Заставь меня притвориться на миг твоим. Как мне поверить вновь в эти тонкие миры? Как последние капли жадных секунд глотаю, как воздух. Слова бесстрастно признаю нашу вину, а после мир застынет уже навсегда. Прости, моя любовь, кусая губы кровь, я сделал все, что можно, все, что нельзя. Прости, любовь моя, все дальше полю. Все, что можно, все, что нельзя. Прости, любовь моя, все дальше полюса. Весь мир на части и уносит. Моя любовь! Громче, громче, громче! Дима Билан! Еще громче, Сергей Лазарев!
проводим Дмитрий Билан, Дима Билан! Ну что, друзья, зажжем, добавим в наш вечер немножко диско! Поехали! Вот уже целых полчаса, не могу отвести глаза, напротив ты и не нужны мне о тебе и о себе другие мнения. Неважно, кто тебя привел, я уведу тебя с собой одним движением. Хочу сказать тебе, Яна, твои глаза такие чистые, как небо, назад нельзя, да. Такая сила притяжения. Твои глаза. Останови это мгновение. Я для тебя, Андрей, остановлю эту планету, понимаешь? И сейчас мы вместе сойдем, потому что на сцене музыкального фестиваля «Жара» Светлана Лобода! Добрый вечер, Баку! Еще громче!
молчание повисло слишком, слишком близко, близко. Не знаю, как так вышло, ты говоришь, а я внезапно стала от тебя зависима. В твоем плену а смысл бежать бессмысленно. Видимо, 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 видимо. Твои глаза сила притяжения. Твои глаза такие чистые, как небо. Назад нельзя. Такая сила притяжения. Твои глаза остановили это движение. Я для тебя Скажи мне, ты веришь в предсказания? Я бы сказала, не во все, но вот в предсказания Аллы Пугачевой я верю, потому что она видит людей насквозь, никогда в них не ошибается, и когда она говорит, что человек станет звездой, оно так и происходит. Именно она предсказала крутой поворот в жизни нашему следующему артисту. Друзья, встречайте. Александр Панайотов! Это дождь, как музыка мокрых крыш. Ты тоже сейчас не спишь. Где-то далеко. Прикоснись, пусть мысленно и легко. Я знаю, твоя любовь сильнее всех ослух. Я хочу чувствовать, чувствовать тебя. Еще один сделал круг, и стали мы ближе вдруг. Ближе, ближе, но провожай все лайнеры, поезда, но вместе с тобой все. Чувствовать тебя.
чувствовать, чувствовать тебя рядом на расстоянии, стать еще ближе, чувствовать, чувствовать, сгорать от взгляда. Баку! Чувствовать, чувствовать тебя рядом на расстоянии, стать еще ближе, чувствовать, чувствовать, и небо падать. Андрей, эти ребята на сцене вместе, наверное, может быть, чуть поменьше лет, чем мы с тобой. Я имею в виду, работают в паре. И у них это хорошо получается. У них такой зажигательный дуэт, что неважно, какие буквосочетания они используют, танцуют всегда все. От Андрюши и Яши эстафету Потапу и Насте! Так хорошо, мы посидим, поговорим о чем-то неважном. Папа пришел. Громче, выше руки! О, мама, если ты знала, о ком я мучу, но о нем говорить, мама, просто не хочу. Веселей! Переодеваются дома, в городе весна. Слезы холода на провода. Перепуганные души перепрыгивают лужи и спешат, кто куда. Ты промокла до нитки, открываешь знакомую дверцу. Тебе некуда деться, пролезай на мое сердце, поешь вместе. О, мама, дома на кухне так хорошо. Выше руки! Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважно. Папа пришел. О, мама! О, мама, если ты знала, о ком я молчу. Но о нем говори, мама, просто не хочу. Как часто в жизни бывает, мы вырастаем, а потом прибегаем в тот, который нас любит. Где нас обнимут, ты никто не осудит. И только дождь за окном, он под садом ищет воду, все расскажешь потом. Ему бы согреться, а мне бы с вами напиться все вместе. О, мама, дома на кухне так хорошо. Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважно. Папа пошел. О, мама, о, мама, если ты знала, еще разок вместе с нами. О, мама, дома на кухне так хорошо. Так хорошо. Все о чем-то неважно. Папа пришел. Папа пришел. О, мама, если ты знала, о ком я молчу. Но о нем говори, мама, просто не хочу. Люди хранят тайны, это не случайно. Приходить в отчаянии туда, где всегда ты был любим. Да, люди хранят тайны. А теперь вы можете спеть вместе с нами. Все вместе. Молодцы! Спасибо огромное! Спасибо вам большое, спасибо! Как сказали бы эти парни, бах! Подождите, секундочку. У нас грузинская делегация здесь, на сцене жары. Это Вахтан, ну тут все понятно. А это человек с типичным грузинским именем Брэндон Стоун. Бах! Бах!
Друзья, Баку, всем привет! Всем спасибо привет! Огромное за гостеприимство, за доброе сердце. Как спасибо. Же приятно быть здесь у вас. Очень-очень приятно. Вы самые лучшие и самые жаркие. Парни, я просто немножко слышала, как вы поете. Это идеально, там просто не придерешься. Но при этом у нас здесь короли фристайла, чтобы вы понимали. Зафристайлите-ка нам про жару, чтобы всех прокачать. Ну что, это импровизация. Поехали. После вас будет выступать, но где есть два грузина, там одной блондинки явно недостаточно. Прекрасно. Нет, конечно. Правильно, давайте еще позовем одну яркую, зажигательную такую вот блондинку-персик. Глюкоза, встречайте, Наташа Ионова, выходи скорее! Сегодня просто удивительный вечер. Спасибо, что
Сегодня есть такая возможность разделить его вместе с вами. Название следующей группы приснилось их продюсеру в аэропорту в Париже, если верить легенде. Да, но, видимо, в аэропорту Баку продюсеру приснился следующий номер. Вот как эта группа должна сейчас выступить на жаре. Уже давно пора перейти к бассейну. Я уже давно об этом говорю, ребята. Пора. Ну что? Время. И стекло. Back to left, back to reality. Get down! Сколько лет, а люблю я лет, столько я люблю белый цвет. Надеваю я пару кед, и диплом секрет, я оставлю след. В памяти и на песке, в твоем сердце и душе. Ты найдешь один ответ. Мы ищем, в чем смысл, наши следы на песке смоют брызги. Зачем же мы дышим, почему мы себя не услышим? Summer night, буду вспоминать, в полной памяти нырять, all right. Любовь я часто делал фаталити, но back to лето, back to reality. Мы ищем, в чем смысл? Наши следы на песке смоют брызги. Зачем же мы дышим? Почему мы себя не услышим? В памяти и на песке, в твоем сердце и душе. Ты найдешь один ответ. Закрываются уже рестораны и кафе. Ну куда ведет ночь, вы знаете? Back to reality. Как-нибудь понемногу мы с тобой договоримся обо всем. Как-нибудь незаметно мы с тобой эти холода переживем, ведь мы вдвоем. По крышам не слышно, к нам спустилась зима. И так тихо, тихо на улицах города. Я люблю эту жизнь, все плохое не в счет. Если ты рядом, если ты близко, я с тобой, ну а с ним все идет и идет. Он заметает наши ошибки. Кажется, между нами километры льда, и мы сейчас на разных полюсах. Как-нибудь
и с этим справимся. Мне нужен этот свет в твоих глазах. По крышам не слышно, к нам спустилась зима. И так тихо, тихо на улицах города. Я люблю эту жизнь, все плохое не в счет. Если ты рядом, если ты близко, я с тобой, ну а с ним все идет и идет. Он заметает наши ошибки, он укрывает. Созвездие звезд, и я думаю, что артист, который сейчас выйдет на эту сцену, будет встречен не меньшими жаркими аплодисментами. Алексей! Океанами стали! Разлетаемся на миллионы осколков. Я тебя нашел из тысячи диких лун. Мне нравится столько, мне нравится дорога, пусть мне нравятся твои облака. И надышаться столько им, ну и пусть. И этот волшебный закат. Они думали, океанами стали, мне это нравится, нравится. Друг от друга с ума сойдем. Поцелуями без тебя мне не справиться. Они думали, мы упадем. Океанами стали, мне это нравится, нравится. Друг от друга с ума сойдем. Поцелуями без тебя мне не справиться. Океанами стали,
Дорогие друзья, это Международный музыкальный фестиваль «Жара». Действительно культурное событие серьезного международного масштаба, куда съехались более чем 800 представителей культуры из разных стран. И сейчас на этой сцене появятся Артик и Асти. Ну что, привет, замечательный город Баку! Вы готовы потанцевать и попеть вместе с нами? Тогда поехали. Андрей, а может быть у «Лета» свой саундтрек? Ну, как обычно бывает, знаешь, песня «Лето» этого года — это, конечно, «Деспасито». Конечно, но если ты хочешь понять мой саундтрек к «Лету» 2017 в Москве, то это «Полгода плохая погода». Ну, знаешь что, в Баку вообще этот саундтрек неуместен, потому что здесь погода хорошая. Давайте поищем новые песни, новые саундтреки этого лета. И я думаю, нам это удастся, потому что сейчас на этой сцене модная, красивая, стильная и молодая Юлия Паршута. Привет, красивейший Баку! Привет, долгожданная жара! Давайте дышать полной грудью, чтобы запоминать каждое мгновение. Зеленой кометы над самой землей летит наше лето и накрывает волной и плещет.
пишите свой сценарий, пусть саундтреком этого лета будет музыкальный фестиваль «Жара». Включаем фонарики, потому что сейчас на сцене будет Леонид Агутин со своей новой зажигательной песней «Самба». Она возникла незаметно в том платье, подхваченным ветром. Она беспечно танцевала, и солнце ее обнимало. На самом деле или нет, я видел ярко-белый свет, что-то горит. Может по-другому, боюсь, что мне это знакомо. Да неизбежно по рассвета цепляться за краюшек лета, не замечая пустоты, под свечностью на ты, счастливо плел домой. Шумел прибой само собой. Самба на берегу ансамбль, но увлеку ли я вряд ли. В это неоправданно нарядный город, что неизменно молод, где выплывают на берег каждый, и важно здесь, во что он верит. Que no te di, y el alma se enamora, aunque vaya triste y sola. Y de tus solas dame agua para beber. Y se llena puesta ti, la vida todita me de tu amor. Valga este espacio a ti, vamos los dos. O счастье вопрос домой, и шумя прибой само собой. Жасмин! Доброе утро,
ней поймай улыбку мою. Связаны судьбой, ниточкой одной, в омут с головой, крылья за спиной. Мне так хорошо просто быть с тобой, просто быть с тобой. Ты моё, моё небо, сердце полёт, ты моё. Скажи мне, как ты определяешь, что ты достиг успеха в шоу-бизнесе? О, интересный вопрос. Не знаю, а ты как? Может быть, когда к тебе люди подходят в Останкино и обращаются по имени и отчеству, может, так? Ну, или когда в интернете количество твоих просмотров, твоих клипов идет уже на миллионы? Может быть и так. Ну, учитывая все вышесказанное, к следующему артисту можно обратиться. Егор Николаевич. Да, Егор Николаевич не оставляет равнодушным ни одно женское сердце. И во время всех выступлений мы видели очередь из девушек, которые мечтали прикоснуться к его телу. Егор Крид! Мало, так мало осталось нормальных девчат. Как так? Я так давно все хотел тебе это сказать. Но я ищу ее, и я найду ее. Моя девочка, 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 где же ты, где? Это Егор Крид! Она не такая, как все, что? Весь город так плотно подсел, особенная. Ой, мама, это любовь, мама. Не по себе стала от этих мыслей в голове. Все! Так мало, я так давно все хотел тебе это сказать. Но я искал ее, и я нашел ее. Моя девочка девочкам всем преподала урок. Все ваши руки в восторг! Мало, так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать. Но я искал ее, и я нашел ее.
девочка, девочкам всем преподала урок. Все пацаны от нее без ума. У этой белочки четкий орех. Не нужны ни деньги, ни слабо. Ты просто так не подкатишь, она стреляет глазами круче, чем стечки. Утонулых уверен, от всех вопросов уйдет по-английски. Но никого не обидит. Ну я не простой, я знаю подход. Украду ее просто из клуба. Подарю ей цветы и всю ночь напролет целовать. Ой, мама, не по себе стало от этих мыслей в голове. Мало так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать. Но я искал ее, и я нашел ее. Моя девочка девочкам всем преподала. Марк Рид. Кто бы мог подумать, 15 лет назад я впервые объявляла со сцены Олимпийского. Встречайте, группа! Не скажу, какая. Просто я еще ни разу не объявляла ее здесь, на жаре. Встречай, жара! Группа «Фабрика»! Встречу бабочки, поцелуй твои губы по моим губам порхнули. Бабочки, поцелуй, во мне танцевали, тонули. Бабочки, поцелуй твои губы по моим губам порхнули. Бабочки, поцелуй, во мне танцевали, тонули. Кто летит? Бабочки, поцелуй твои губы по моим губам порхнули. Бабочки, поцелуй, во мне танцевали, тонули. Бабочки, поцелуй твои губы по моим губам порхнули. Бабочки, поцелуй, во мне танцевали, тонули. Прибой, мы остались вдвоем, и пряный ветер жарких странствий, и звезд ночной покой, шорохи под луной, и к нам летят, летят, летят бабочки, поцелуй твои губы по моим губам порхнули. Бабочки, поцелуй, во мне танцевали, тонули. Бабочки, поцелуй. We'll be right back.
Ну а сейчас на этой сцене появится певица, чьи астрологические прогнозы сошлись на том, что она должна появиться здесь, сегодня, на этой сцене и зажечь так, как никто не делал до нее. Дорогие друзья, это Анита Цой! Держи меня крепче, бегу я по краю. Мне в воздухе тесно, земли не хватает. Горячие пальцы, покрытое небо назад. Расставлены точки, любовь не цветочки. У котенка на сердце чугунный замочек. Я не буду тебя больше звать на восток. Небо с краю до тебя не достану, брось цветок. На пути я не встану, все равно сердцем рваным на восток. Память оставить, похожая тема, слаба теорема. Прости, если можешь, ты ведь чувствуешь кожей. На ночь и на утро с тобой мы похожи. Я не буду тебя больше звать на восток. Уходи, небо с краю до тебя не достану, брось цветок. На пути я не встану, все равно сердцем рваным на восток. Закончился дивный вечер, мы погасили эти свечи. Я попросила валить тебя, сори, нет больше темы в твоем разговоре. Может, теряюсь, а может, теряю я, что-то случилось, вдруг не догоняю. Я попросила валить тебя, сори, нет. Баку! Уходи, небо с краю для тебя не достану, брось цветок. На пути я не встану, все равно сердцем рваным на восток. Люблю вас! Говорит и показывает Баку, и рядом со мной прекрасная Юлиана Караулова, у которой совершенно неожиданный летний образ. Очень оригинально, пятерка за стиль. Ну а вообще, как ты чувствуешь себя в горячих объятиях жары? Ты знаешь, прекрасно. Я здесь практически как дома, я уже четвертый раз в Баку, мне здесь очень нравится. И хочу отметить то, что здесь потрясающе красивые мужчины. И, конечно же, близость моря делает свое дело, особая энергетика, особый такой заряд, и прям хочется разбежаться и окунуться. У бассейна специально для вас группа «Пицца». Без тебя жизни нет, я не могу найти. Сколько ни жми стене, сквозь нее не пройти. Ни одного пути грешной души в зиме. Без тебя смысла нет, без тебя. Сколько ни жми стене, сквозь нее не пройти. Без тебя жизни нет, я не могу найти. Ни одного пути грешной души в зиме. Без тебя смысла нет, без тебя жизни нет. Жизни нет.
Сдается мне, теперь это надолго. Переживаю, словно переплываю Волгу. Она на шелке, я на иголках. Дребезги мозга, осколки Сколково. Она такая, что не хватит слов. Теперь я знаю, как мне повезло. Будто бы кто-то отодвинул заслон. И как же далеко меня унесло. Танцуют листья на ветру. Я без нее не тру, я без нее умру. Бываю груб, но я не вижу никого вокруг. И тем теплее, чем ближе к костру. Гори, гори, моя звезда, да-да. Все неспроста, и мне не перестать. Стали листать вместе страницы, лица, места. Вереницы стран вместе в астрал. Без тебя жизни нет, я не могу найти. Сколько ни жми в стене, сквозь нее не пройти. Ни одного пути грешной души в зиме. Без тебя смысла нет, без тебя жизни. Сколько ни жми в стене, сквозь нее не пройти. Без тебя жизни нет, я не могу найти. Ни одного пути грешной души в зиме. Без тебя смысла нет, без тебя жизни нет, жизни нет. Я не всегда милый такой, как в песне. Про знаменитый переход на Пресне. Главное, честно, плавая в бездне. Было бы пресно без, с тобой интересней. К тебе тепло, как пластинка к Бобу. Нам повезло, мы это знаем оба. Сдается мне, что это любовь до гроба. А еще бы, вот эта рука твоя. Вот тебе сердце не теряй. Дотянем до января, там свалим на моря. Ты два сапога, пара, так говорят. Вроде не врут, вот это замут. Я ближе быть хочу к костру. В свете фонаря блестит асфальт. Я люблю тебя, ты просто знай. Сдается мне теперь это надолго. Гори, гори, не догорай. Без тебя жизни нет, я не могу найти. Сколько ни жми в стене, сквозь нее не пройти. Ни одного пути грешной души в зиме. Без тебя смысла нет, без тебя. Сколько ни жми в стене, сквозь нее не пройти. Без тебя жизни нет, я не могу найти. Ни одного пути грешной души в зиме. Без тебя смысла нет, без тебя жизни нет. Без тебя жизни нет. Сколько ни жми в стене, ни одного пути. Без тебя жизни нет, нет, нет. Сколько ни жми в стене, сквозь нее не пройти. Без тебя жизни нет. Могу найти ни одного пути грешной души в зиме. Без тебя смысла нет, без тебя жизни нет, жизни нет. Та-рам, та-ра-ра-ра. Та-рам, та-ра-ра-ра. Баку! Спасибо, Сережа, спасибо, пицца. Спасибо, Олег Газманов, который сделал потрясающую сейчас мимашку. Михалыч, Олег Михайлович, покажи людям мем. Давайте всем покажем. Олег Газманов в гостях на жаре. Спасибо большое. И с прошедшим днем рождения. 6-6 в пользу Газманова, друзья. На жаре я выйду в туман. Спасибо. Друзья, у нас действительно самые любимые, самые главные артисты разных стран сегодня. Это жара, и мы продолжаем. Добрый вечер, Баку! Так случился маленький пустяк. Я оступилась и Yeah.
сердце, может быть, еще возможно придать. Что ты натворил, как я мамочке скажу, пропаду, пропаду. Сердце мне разбил, я себя не накажу, пропаду, пропаду. Следующий артист, который появится сейчас на этой сцене, несмотря на то, что выступает на фестивале «Жара», очень боится холода. Ну, мне кажется, это ему абсолютно не грозит, поскольку вы понимаете, что он танцует так, что это, во-первых, обычному человеку очень сложно повторить в реальной жизни. Во-вторых, он просто настолько любит свое дело и любит дарить свое искусство людям, что, мне кажется, ему не грозит замерзнуть абсолютно. Он никогда не выходит на сцену без шапки, и сегодня впервые в Баку. Встречайте! Друзья, это правда очень круто. Монатик! Упали, когда бит ударил, поднимаюсь выше каждый час. Роняли память, забывали поднять, но могли замять все, что ранит нас. Там били волны дикие, был тобой убитый я. Было место дикое и незаметно тихая. Падаю, но вот неужели сон остановились ни в небу, ни сон нас. Не поймали никого, никого, о, и мы в любовь упали, когда бит ударил. We'll be right back.
проблемы и скука. Нам жали руки, запрещали быть честными. Так хотели, чтоб тесно, но мы в любовь упали. Когда бит ударил, вы дарили столько мне сил. У нас сил там били волны дикие. Был тобой убит я. Было место дикое и незаметно тихое. Парами, неужели все? Становились ливни в унисон нас. Не поймали никого, и мы в любовь упали. Все споем еще. Нас не поймали, и мы в любовь упали. Споем еще. Нас не поймали, и мы в любовь упали. Когда ты так особенно. Жара! Здравствуй, Баку! Как мы давно ждали этой встречи. Сегодня безумно особенный, жаркий вечер. Сегодня каждый из вас так особенен для нас. Баку! Так особенно сегодня чувства кипят-то говорят. Так особенно сегодня люди шалят-то говорят. Так особенно сегодня звезды горят-то говорят. Ну да, ведь займет мой взгляд всеми вами, ай. Эндорфины пошли, фантазия пошли. Я что ли чувствами залить, что глазам солю. Эндорфины пошли, фантазия пошли. Эй, вы что ли золотом литы, что глазам солю. Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг, вокруг тебя весь мир. Звезды мировых новостей. Ты знаешь, в мире ничего-то важней. Успокоительных запитых водой. Из-за того, что я хочу быть с тобой. Близок курить бы, хоть вообще не курю. Или напиться, хоть вообще-то не пью. Твоя улыбка хуже бренди пьянит. Мы на ногах, ты еле-еле стоим. Все это жизнь. Подводных лодок навстречать по пути. Надеть бы крылья и на небо быстрей. И вместе с птицами смотреть на людей. Любовь заёрзанное слово до дыр. Но без неё зачем этот мир? Я прямо в лёгкие вдыхаю полёт. Ты есть, наверное, мой кислород. Всё это шизофрения. Моя любовь к тебе. Мы наши души разбили. Как лампы в темноте.
Сербина! Все это шизофрения. Моя любовь к тебе. Мы наши души распили по трезвой голове. Все это шизофрения. Друзья, как вам сегодняшний вечер? Мой бумеранг любви отправляется в сердце каждого из вас сегодня. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо! Look at us now. Said our goodbyes, but never really felt that this was done. Now your body's burning like the sun. You keep coming back into me. Woo! Repeating our history. Your love is like a boomerang. Your touch, your silhouette, pictures burned in my head. Your love is like a boomerang. Oh! Like come on, Baku, let me see your hands. The time's a charm, girl. You got this thing worked out. Anything you got it, you got it now. Panamera waiting. Everywhere I wanna go with you. Spark this all flame. Your lips make it new. Out of control. Every time you leave, you come right back. You're right back to me again. Funk loop. Yeah, yeah. Наше Каспийское море, которое, я имею в виду людское море, находящееся здесь на фестивале «Жара», сейчас рискует выйти из берегов, потому что харизма, обаяние, сила и мощь этого артиста не имеют границ. Это действует там, где есть женщины. Заслуженный артист Российской Федерации Стас Михайлов! Журавли летят в Китай, только ты не улетай. Ни зимою и ни летом не бросай меня на этой планете. Бегу из пункта я до тебя,
по собственной планете Земля. На ней живут люмпены мечты, поэты и маргиналы коты по-своему проводят часы, банкиры и бездомные псы, нормальные и сдвинутые. Сейчас я верю только тебе. Журавли летят в Китай, только ты не улетай. Ни зимою и ни летом не бросай меня на этой планете. По синему плывут облака, по венам кровь бежит по рукам, и хочется на небо упасть, лицом уткнуться бы в облака. И если сяду на самолет, то он меня туда унесет, где ничего не надо решать, а можно просто только летать. Журавли летят в Китай, что это будет доброй традицией встречаться здесь. Мира земле вашей, благополучия. Спасибо, Баку! Вот и все на сегодня. Трансляция международного музыкального конкурса «Жара» на Первом канале подходит к концу. С вами были Андрей Малахов и Яна Чурикова. Мы говорим Баку спасибо! До скорой встречи! И на следующей неделе вас ждет новая музыкальная глава «Жары» на Первом канале.